На приготовление этого тортика вы потратите всего 15 минут. Рецепт понравится тем, у кого нет духовки. Быстрый, вкусный и очень нежный тортик. В глубокую миску вылить сметану. Добавить сахарную пудру и ванилин. Взбить миксером на высоких оборотах, чтобы крем получился пышным, однородным и без крупинок. 2 спелых банана нарезать на мелкие кусочки и добавить в сметанный крем. Сюда же к бананам и крему добавить крекер. Тщательно перемешать ложкой, чтобы крем равномерно покрыл крекер и бананы. Глубокую миску выстелить пищевой пленкой и выложить готовую массу. Закрыть торт пищевой пленкой и отправить в холодильник пропитаться на 3-4 часа. Достать торт из холодильника, развернуть пленку, аккуратно перевернуть на блюдо, снять миску и убрать пищевую пленку. Растопить шоколад в микроволновой печи и полить им торт. Чтобы глазурь быстрее застыла, поставьте торт на 15 минут в холодильник, а потом нарежьте порционными кусками. Тортик получается очень мягким, нежным, с приятным банановым вкусом. Приятного аппетита!